Thank you.
СБ. Размер 1,5 на 1,5 метра. Катович Дарья, Симоненко Николь, Владимировна Владимирова Арина, Белоусова Елена, учащиеся Евпаторийской детской художественной школы имени Волкова, совместно с преподавателем Гайдук Лилией Марковной выполнили коллективную работу под названием «Родная гавань». Исторической справедливости ИСФАК Семена Юрьевича Федосенко, который в данное время находится на благотворительной акции «Белый цветок» в городе Алуште. Международных фестивалей. Победитель городского конкурса среди молодежи за достижения в области культуры, искусства и образования в 2017 году Гайдук Лилия Марковна. Продолжение следует...
которые пришли. Я раньше тоже варил. Ну, чтобы добавить. Заветные желания. Причем каждого желания они обязательно выполнят. Сегодня такой день благотворительный, да, белый цветок. Акция сейчас проходит в пользу деткам, которые нуждаются в помощи. Поэтому для взрослых у нас работает шкатулочка. Для любых вами посильных средств вы можете туда положить. И эти средства мы отправим на помощь нашим деткам, которые в этом нуждаются. Хорошо? А может...
Есть такой, что есть.